Расскажите, что ждете от сегодняшнего вечера? Мы ждем праздника и встречи, и знакомства с виновницей, и торжества, конечно же. Слушаете репертуар Лолиты? Да, и причем давно. Ну, Лолита такой артист. Неординарная личность. Да, шикарная певица, во-первых. И нет, наверное, человека в стране у нас, который бы ее не знал. Она очень эпатажна, а поскольку мы группа Маяковский, и Маяковский был эпатажным товарищем, мы обязаны познакомиться и творить вместе. Говорят, что в клипе будет очень много эротических сцен. Как вы к этому относитесь? О, это прекрасный сюрприз. Мы замечательно. Только со знаком плюс мы за. Я надеюсь, эротические сцены с участием Лолиты будут, да. Потому что другого мы не потерпим. Какую часть тела вы считаете ее самой сексуальной? Ну, я не знаю, как можно женщину делить по частям тела. Мы же не Чикатилы. Вся? Вся, то есть она прям секс-символ. Секс-символ, она великолепна, она харизматична. Ну, вообще, смешно даже об этом говорить. Она великолепная, великая женщина, это самое. Спасибо большое.